не мешаем проходу граждан. Отошли. Не мешаем проходу граждан. Ребят, не мешали проходу граждан. Коридор. Не мешаем проходу граждан. Отойдите, пожалуйста. Отойдите. Вы сейчас препятствуете сотрудникам полиции. Отойдите. Перед обращением к гражданину должны предоставлять документы. Мы присутствовали на круглом столе, который организовал газета «Деловой Петербург» с уполномоченным по правам предпринимателей и предпринимателями белыми, которые соблюдают закон. И они сами признались, то есть несмотря на то, что они пушистые, белые и прочие, и хотят быть лояльными к Смольному, у них потери от 35 до 70%. Это они признали сами. Лично с моей точки зрения намного больше, потому что каждый второй, третий человек разворачивается и уходит. А в бизнесе каждый клиент на вес золота, и даже когда уходит один человек, это плохо. Когда два – это катастрофа, когда три – это трагедия. Если их уходит 10, то я не знаю, как можно выжить при этом вообще. То есть, получается, они готовы выполнять любые указания, даже в ущерб своим доходам и потере клиентов в будущем? Или они об этом не задумываются? Они, готовы выполнять эти указания, потому что если бы мы все вместе, предпринимательское сообщество заявило бы о том, что эти указания незаконны, они бы гораздо быстрее бы прекратились. Когда люди это все подчиняются, то дальше происходит все хуже, как снежный ком. Я говорю, если сейчас это примут, и это будет, непонятно, что будет дальше. Мне кажется, дальше будет.